Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Обсуждались вопросы предоставления инфраструктурных кредитов, реализации национальных проектов, в том числе безопасные качественные дороги. Сегодня на Ямале большая часть ремонтных работ идет на региональной трассе. Это участки подъезд к Ноябрьску и Пуров-Карачаево. Кроме того, проводится капитальный ремонт автодороги Лабытнанги-Харп. Продолжаются дорожные работы и в рамках окружных программ. Приводятся в порядок участки главной трассы от границы округа до Губкинского, Пурпе-Пуровск, Пуровск-Карачаево, Правохитинский-Надым. Рассказал губернатор и о мерах по повышению безопасности дорожного движения. Он отметил, что в первом полугодии на 43% сократилось количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем на треть снизилось число погибших. Для контроля за соблюдением правил и скоростного режима на дорогах округа развернуто 134 камеры видеофиксации нарушений.